Не только в городе, но и в районе 22 августа прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню российского государственного флага. Символ, который символизирует наше государство. И именно в день государственного флага мы вспоминаем о таком понятии, как патриотизм. А вот патриотизм – это когда ты принимаешь и уважаешь все другие государства, но свою родину ты все-таки любишь больше всего. В этот день жители Кузнецкого района, которые активно занимаются пропагандой патриотизма среди жителей сел и деревень, были награждены благодарственными письмами. Среди них матери героев, участников боевых действий, павших за родину, библиотекари, преподаватели. Слова благодарности за достойное воспитание молодежи получили Мария Выровцева, Хания Яфарова, Русия Яковлева, Михаил Борисов, Геннадий Зайцев, Ислям Давыдов, Вера Левина и другие. Запомните, это исторический день. Вы первые получили грамоты во знаменование Дня государственного флага России. Первые в Кузнецком районе. Поэтому ваша грамота особенная, и когда-то вы будете рассказывать своим ученикам о том, как вы их получали и за что вы их получили. Перед награжденными выступили лучшие творческие коллективы Кузнецкого района. Среди них и русский народный хор под руководством Михаила Павлова.